Я пришел в банк оформить кредит, а мне там сообщили, паспорт недействителен. Хочется понять, как такое могло произойти. Во-первых, ни в коем случае не нужно волноваться и паниковать. Необходимо прийти в Федеральную миграционную службу города Уссурийска, написать заявление о подтверждении действительности паспорта. По данному заявлению сотрудниками будет проведена проверка, и гражданину выдана справка, подтверждающая действительность паспорта. Также будут внесены изменения в учеты. Причин, почему такое происходит, может быть несколько. Чаще всего это техническая ошибка при обработке информации, но иногда виноваты и сами граждане. Так, они теряют свой паспорт, обращаются в миграционную службу по вопросу восстановления паспорта, ему оформляется новый паспорт, но гражданин находит свой старый паспорт и продолжает им пользоваться, а он уже недействителен в силу того, что ему оформлен новый паспорт.